Заказывал на AliExpress вот такой вот сетевой адаптер Wi-Fi для своего компьютера. Тут, правда, не совсем понятно, для каких операционных систем он подходит. Но я его заказывал. У меня, правда, тогда стоял еще Windows 8.1, 32-битная. Сейчас я поставил Windows 11, 64-битную на свой компьютер. Так, интернет я отключил, вот провод. Это просто сохраненные страницы в браузере. Ну а так, интернета нету. Еще раз, я его отключил. И сейчас, вот это вот пришло, как я понимаю, это еще диск какой-то с драйверами. Такой небольшой дисочек. Сейчас я это соберу. И посмотрю, как оно будет работать на Windows 11. И будет ли, да. Заказывал я его 25 января, получил я его сегодня, 29 февраля. Правда, надо отметить, что еще неделю где-то оно лежало на Укрпочте, и мне некогда было пойти и его забрать. Ну, приступим. Так, собрал его. Так, и без драйверов вот этих. Ничего не происходит. Сейчас поставим. Так, вот какой-то сетап. Нажимаем. Под Windows. Вот такой значок у меня появился на рабочем столе. Так. Вот доступная сеть ищет. Так. Это да. Это моя сеть. Так, хорошо, ключ. Сейчас буду вводить. Так, ввел я свой пароль. Нажимаем ОК. О! Сигнал изменился. В углу экрана. То есть Wi-Fi как бы включился. Что тут еще есть? Так, а есть тут еще профиль. Доступная сеть. Состояние, статистика, ну и настройка защиты. В общем, полный комплект, чего хотите. И напоследок, а что делать, если нету дисковода? Или он поломан? Вот у меня как-то было, я полгода жил без дисковода, пока поставил новый. Для тех, у кого проблема с дисководом, переходим, смотрим в описании, там переходим по ссылочке и скачиваем такой ISO-образ. Дальше мы его открываем. Ну, можно запустить и прямо с образа. Где оно у нас? Setup.exe. Не, мне не надо дублировать, отмена. Я устанавливать по-новому не буду. Ну, а можно создать, чтобы не потерять какую-то папочку. Там как-то ее назвать. И в нее извлечь все вот эти драйвера. И из нее уже как бы и устанавливать. Я лично предпочитаю устанавливать из папки. Так оно как-то надежней. Ну а на этом все. Жду ваши лайки, дизлайки. Все как обычно. Всем пока и удачи.